В реванш верили все. Тренерский состав, сами хоккеисты и болельщики. Трибуны вновь заполнились до отказа. В первом же периоде приморцы повели. Шайбы забили Дмитрий Леденцов и Дмитрий Ларионов. Гости ответили только раз. Вратарский пост Приморья занимал Анатолий Буторин. Артем Романов сидел в этот вечер на скамейке запасных. Уж больно недоволен им тренер за пропущенные две шайбы из первого матча. Гости голкипера тоже сменили. Вместо героически отстоявшего предыдущую игру Александра Ладышева, два периода защищал ворота гостей Олег Иншаков, который в сумме пропустил 5 шайб. После такого фиаско в ворота вновь встал Латышев, и гости перешли в нападение. В третьем периоде отвоевали 1 шайбу, на том и закончили забивать. Хозяева к концу матча уже играли от обороны. Финальная сирена зафиксировала победу хоккейного клуба «Приморья» 5-2. Конечно, можем, когда хотим, и нужно, и когда не хотим, выигрывать. Ну, так складывается, что вчерашний матч, да, конечно, проиграли обидно. Было много очень моментов, которые не реализовали. Проиграли, я думаю, незаслуженно. Как бы по игре должны были и вчера выигрывать игру.